Вот это у нас разброс. Серьезно? Это как вообще? Правильная мысль. Смотри в прицел. Присядь и не двигайся. Так легче целиться. Точно. Хороший выстрел. Неплохое начало. Ну что, нам теперь всю жизнь по бутылкам стрелять? Угу. Я тебе вот я что скажу. Я не против. Мне они надо хоть не стреляются в ответ. Источник. Hello, everybody! Сегодня, в этот знаменательный день, мы будем играть в Fallout New Vegas. Я же заикаться начал, потому что вышла русская озвучка, правда, в бета-версии. Но все же, наконец-то, спустя 9, а то и 10 лет, я поиграю в Fallout New Vegas русской озвучки. Я ждал, ну, вообще, чтобы кто-нибудь сделал русификатор звука, ну, так лет 5 назад я еще хотел перепройти с русской озвучкой. Так вот, а мои мечты свершатся. Сегодня мы начнем, а точнее попробуем, посмотрим русскую озвучку Fallout New Vegas. Так что незамедлительно начинаем, нажмем да и смотрим на русскую озвучку. А пока что немножко Content ID. Минус монетизация, ну пофиг. Эх, ностальгия, ностальгия. Прикольно, даже здесь звучали. Продолжаю патрулировать. Продолжаю патрулировать. О, этот элитный скин. Как я его заполучал? Я на вышке, по-моему, нашел такого и убил. А, не-не-не-не, я думал, они на вышке, но я их не находил. Я его нашел в другом месте. Качество руки, правда, такое. Пережатое, что ли? Или оно такое было? Я ж не знаю, как оно. Накладывается, типа, озвучка поверх ролика встроенного. Война. Война не меняется. А нахрена субтитр мне? Когда землю выжгло атомным огнем, те, кто уцелел, укрылись в огромных подземных убежищах. Когда они открылись, их жители заселили руины старого мира, основали новые сообщества, деревни, племена. Спустя десятилетия остатки юго-запада США объединились. Под флагом новой Калифорнийской республики, построенной на основе довоенных идеалов, демократии и законности, республика росла, и с ней росли ее потребности. Разведчики устремились на восток, искать новые земли и богатства в сухой, безжалостной пустыне Мохаве. Они вернулись и рассказали о городе, нетронутом боеголовками, что разрушили весь остальной мир, и о великой стене посреди реки Колорадо. НКР мобилизовала войска и отправила их на восток, занять дамбу Гувера и восстановить ее. Но на другом берегу Колорадо родилось другое общество, под другим флагом. Огромная армия рабов, сплав 86 покоренных племен, легион Цезаря. 4 года прошло с той поры, когда республика едва удержала дамбу под натиском легиона. Он не отступил. Он копит силы на дальнем берегу. Горят лагерные огни. Бьют барабаны. А стрип Нью-Вегаса в это время процветает под руководством своего таинственного владыки мистера Хауса и его армии обращенных дикарей и полицейских роботов. Вы курьер фирмы «Мохавский экспресс». Ваше задание — доставить пакет на стрип. Угу.
Но обычное, казалось бы, задание оказалось совсем непростым. Ты получил, что искал. Плати. Ты плачешь под ливнем, дружище. Ну-ка, угадайте, кто у нас проснулся. Ну все, под расчет. Да сколько можно валандаться? Может, ханы и убивают людей, не глядя им в лицо. Но я-то не быдло. Сечешь? Хорошо звучит. Это твоя последняя доставка, деточка. Деточка. Извини, тебе не повезло. Думаешь, тебе выпало 18 карат невезения? Да нет. Просто игра попалась нечестная. Bethesda Softworks представляет. Производство Obsidian Entertainment. Fallout Новый Вегас. Классификатор звука Cool Games при поддержке FreeDub. А мы, конечно же, оставим ссылочку на... Как бы нигде прям скачать. Нет, ну даже, по-моему, должна быть ссылочка, где скачать. В общем, ссылочку на группу я оставлю в описании обязательно. Так, тихо, тихо. Угу. Тебе пришлось 2 дня пролежать без сознания. Расслабься, подожди пару секунд. Нужно время, чтобы прийти в себя. Посмотрим, что у тебя с головой. Как тебя зовут? Можешь сказать? Да, меня будут звать Курьер. Да уж... Я бы тебя так не назвал, конечно, но какое имя дали, такое дали, ничего не поделаешь. Я Док Митчелл. Добро пожаловать в Гудспрингс. В общем, мне пришлось порыться чуток в твоей черепушке, чтобы вытащить весь свинец. Надеюсь, ты не возражаешь? Я неплохо зашиваю раны, но ты посмотри внимательнее, все ли у тебя на месте? Ну да. Ну, что у нас получилось? Пока все неплохо. Давай-ка берись за энергетический тестер. Сразу увидим, я уже пытаюсь. Твое восстановление. Так. Я... Знаете, как делал? И потом мы просто... Мы сделаем так. Харизма нам нужна. Нам нужна сила. Нам нужна удача. Нам нужен интеллект. И выносливо. Сядьте на диван гостиной доктора Митчелла. Окей, все, где там? Я готов. Хорошо. Я называю слово, а ты в ответ говоришь первое, что приходит в голову. Собака. Шаурма. Нет такой? Кошка, пища, газета. Газета. Дом. А, дом, ограбление, обновление, цель. Цель. Ночь. А, сновидение, покров, костер, сокровище. Глушитель. Типа мы этот. Покров, сновидение. Бандит. Взятка, катастрофа, колотая рана. Свистящий сыр. Испарение. Ну, бандит, бандит. А, ну типа, если бандит, то мы даем ему взятку, чтобы он от нас отстал. Катастрофа это... Ну, мы все умрем на меня, бандит, опал, колотая рана, да. Давайте курс. Свет. Свет. Луч. Мать. Мать, забота, гены, пирожки. Раздражение, сожаление, сплетни. Живой щит. Пирожки, гены, пирожки. Замечательно. Теперь я буду говорить разные вещи, а ты скажешь про тебя это или нет. Первое. Конфликты мне не по нраву. Конфликты? Это не так. Совершенно. Верно. Мне не требуется ничья поддержка. Я всегда стремлюсь быть в центре внимания. Это не совсем так. Я не спешу принимать новые идеи. Не совсем так. Я никогда не откладываю на потом то, что можно сделать сейчас. Совершенно верно. Почти закончили. Теперь посмотри на эти картинки и скажи мне, что ты видишь. А, сломанная цепь, химическая реакция,
Тень в дверном проеме, кровоточная рана, злой двухголовый муравей. Как тут вообще муравья можно увидеть? Кровоточащая рана, ну ладно, это мазня все равно. Тень в дверном проеме. Химическая реакция. Ладно. Окей, а здесь что видишь? Бесценное произведение искусства, какой-то прибор космической эры, корабль в море, какие-то вы неприличные картинки мне показываете, доктор. Последний. Я помню. Нету, да? А, блин, они не добавили. Это, короче, модификация есть, два медведя дают 5. Ну вот посмотрите внимательно, это как два медведя дают 5. Человек с бородой, грибное облако, а голова на подушке. Давайте, типа, как этого звали, блин? Не Скитлс, Мизерс, Спанч Боба, восьминога, я уже забыл. А, грибное облако. Ну вот и вся любовь. У меня нет ключа от этого теста, поэтому просто посмотри на результаты. Все устраивает. Ну блин, док, хорошо звучит, мне нравится. Да? Прежде чем я отпущу тебя на все четыре стороны, сделай мне одно одолжение. Я не буду заполни, делать непристойные вещи. Медицинскую карту, чтобы я мог зафиксировать твою историю болезни. Это я могу. Это просто формальность. Вряд ли пули в голове передаются по наследству. Так, дикая пустошь. Мы берем обязательно, потому что без этого не будет очень довольно забавных моментов. Пасхалок, отсылок и просто дичь какую-нибудь. Да. А вот и твои вещи. Это все, что у тебя было, когда тебя принесли сюда. Надеюсь, ты не против, что я посмотрел эту записку? Хотел найти твоих родственников, но тут только о платиновой фишке написано. Да, возьми вот это, если собираешься вернуться в пустоши. Это устройство называется Пип-Бой. Я вырос в одном из убежищ, которые делали еще до войны. У каждого там был Пип-Бой. Но сейчас он мне не нужен, а тебе пригодится. Тебе пришлось через многое пройти. Я знаю, каково это, когда у тебя что-нибудь отнимают. И надень, пожалуйста, этот костюм, а то тебя задразнит, если будешь рассекать как есть. Все равно мне он не идет. Так тебе стоило трогать... Тебе не стоило трогать мои вещи, сразу быть таким пиздопротивным. Что мне теперь делать? Спасибо за помощь, док. Не за что. Помогать моя работа. В любом случае, если тебя ранят, приходи ко мне, золотаю. Постарайся только больше не помирать, ладно? Поговори с Санни Смайлз, прежде чем покинешь город. Санни может научить тебя, как выживать в пустыне. Она, скорее всего, в салуне. Так, тут у нас... Ну, это бета. У нас пропущенная фраза. Так, Fallout позволяет вам включить новый режим хардкор. Это что значительно усложнит игру. В этом режиме стимуляторы восстанавливают здоровье только постепенно и не лечат поврежденные конечности. Антирадин лишь со временем выводит радиацию. Боеприпасы имеют вес, и вам постоянно приходится думать об опасности обезвоживания, мать твою. Этот режим можно порекомендовать только опытным игрокам. А вы можете включить или выключить режим хардкор в любой момент посредством меню игры. Если вы активируете режим хардкор сейчас и продержитесь до конца основной линии сюжета, то получите особую награду. Хотите ли вы активировать режим хардкор? Да. Ну, что сказать про особую награду? Особая награда — это ачивка. Или в облегченной кожаной броне. Так. На встречу с приключением. Вот, ну тут мне нравится анимация нормальная. Ну, относительно, когда мы двигаемся. Привет, Виктор! Привет, дружище! Рад видеть тебя в добром здравии. Ну окей. Спасибо, что вытащил меня из этой могилы. Ты не знаешь людей, напавших на меня, да? Нет, этих негодяев я не знаю. Поговори тут с добрыми людьми. Вдруг кто-то что-то знает. Довольно молодой голос Виктора. Спасибо за то, что вытащил меня из могилы. Не за что. Я всегда готов протянуть руку помощи тому, кто попал в беду. А как ты нашел меня? Как ты здесь оказался? Мне не приходилось встречать таких роботов, как ты. Ну, кстати, да. Я Секьюритрон. Охранная модель 2060B производства Робко. Если увидишь кого-нибудь из моих братьев, передай им привет от Виктора. Да.
Обязательно. А как ты здесь оказался? Я прибыл в город. Когда же это было? 10 или 15 лет назад. Что было до этого, я... не могу вспомнить. Странно. В любом случае, это очень мирный городок. Хорошее место, не хуже, чем другие. А как ты нашел меня? Я прогуливался той ночью и услышал какую-то возню на старом кладбище. Увидел там шайку негодяев и притаился. Как только они ушли, я раскопал тебя, чтобы посмотреть, откинула копыта наша лошадка или нет. Оказалось, нет. И я отнес тебя к доктору. Отлично. До свидания. Добрый путь. Не хватает харизмы этому роботу. Ну это... Забей, Пит. Ну забей. Ладно, я забью на тебя. Да ладно, я с ним поговорю чуть позже. Спокойно, Шайен. Не волнуйся, она не укусит, пока я ей не дам команду. Сразу же хочу заметить приятный голос. Ладно, но док Митчелл сказал, что ты поможешь мне обучить выживанием в пустоши. Мне нужно попасть в Прим. Не посоветуешь дорогу? У меня плоховато с крышечками. Не думаю, что смогу найти здесь работу. Что смогу найти, а не найти. Что ты, чем ты здесь занимаешься? Давайте. Да, думаю, я смогу тебе кое-что показать. Видать, тебе придется учиться всему заново после того, что они с тобой сотворили. Да, мы быстренько пройдем обучение, чтобы... Давай встретимся снаружи за салоном. Немножко подкачаться. А тут нету этого сценки? Рановато еще. А ты кто? Док Митчелл, отличный врач, разве нет? Да, отлично, он мне пулю с башки достал. Еще какой? Слушайте, а Нью-Вегас так приятно выглядит. Мне нравится. Я играл где-то 2 года назад, так поигрывал. Но что-то у меня воспоминания были немножко не те. Я еще графический мод ставил. Теперь видишь эти бутылки со спарилой на изгороди? Возьми это и попробуй сбить их. Так, мы... Сейчас. Давай я сначала так. Воу, вот это у нас разброс. Серьезно? Это как вообще? Правильная мысль. Смотри в прицел. Присядь и не двигайся. Так легче целиться. Точно. Хороший выстрел. Неплохое начало. Ну что нам теперь всю жизнь по бутылкам стрелять? Угу. Я тебе вот я что не скажу. Против. Мне они хоть не стреляются в ответ. Источников. Повадились ходить туда, тварюги. Пойдешь со мной? Конечно. Следуй за мной. Надо пройти вниз на юго-восток. Тут недалеко. Собака. Ой, блин, как вспоминаю эти собаку, блин, в релизной версии. О, ужас. Это те еще были хоррор-моменты. Да, 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 да. Вац, 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 вац. Я понял. Без него практически никуда. Потому что стрельба здесь, конечно, такая себе. Сейчас он там обходит. Саня, ты помогаешь? А, она там стоит. А, она там, слышишь, Гекона сейчас должна была сказать. А я уже напал на нее. Извини меня. Он так за мочку схватился. Что я стал? Сначала ты видишь Гекона и умиляешься. Такое симпатичное животное. Такое миленькое. А потом, когда оно нападает на тебя, начинает откусывать твое хп, можно так сказать. Мясо Гекона потом пожарим. Мы же играем на хардкоре, поэтому придется тут мясо Геконов собирать. Как не видишь? Торопись. Конечно, я пойду с тобой. Это займет пару минут. Нас же двое. Трое. Идем со мной. Или двое, не считая собаки. Кого убрать? На помощь. Ты куда на помощь? Так, я ее не домогался, если что. Если она об этом. На помощь. Давай. Как мы быстро разобрались. Их слишком много. Сани. Ты чё? По-моему, баба с ума сошла. На помощь. Да, что-то с ней не так. Ты там винта обкурил, что ли? На помощь. О, как тут... Ну да, это же Fallout. Тут какая-то просадка сейчас была.
Это, наверное, прогрузился Прим у меня сейчас. Ой, надо спасти ее, она же нам поможет. Ну, не поможет, а... Кмэн, вот она, у нас разговаривает на английском. Не умирай. Все. Отлично. И шкуру продадим. Ну и ну, если бы не ты, меня бы тут запросто убили. Я пришла сюда за водой. Ну вот, возьми. Тебя, похоже, мучает жажда. Получила удовольствие от охоты. Вот тебе немного денег за труды. Финкс. Я хочу показать тебе еще кое-что. Что? Думаю, я могла бы научить тебя, как выживать на пустошах и готовить всякие полезные вещи. Хочешь? Да. Хорошо. Для начала нам понадобится два ингредиента. Корень зандер и цветок брока. Дай-ка подумать. Видела цветок брока на кладбище. Корень зандер найдешь рядом со школой. Принеси их мне и будем готовить. А, сейчас мы, короче, это... Пойдем в школу. Вот, а в школе там будет богомол, насколько я помню. На богомолов я буду тратить, конечно, мачете буду их резать. Вот, когда вот так вот звук проигрывается и показывается слева верхнем углу, то означает, что у нас срабатывает этот именно неспособность. Как это называется вообще? Скажем, перк. Да, случаются такие вещи. В общем, это отсылка на четвертый, по-моему, фильм Индиана Джонса, где он залазил в холодильник и этим же типа спасался от ядерного взрыва. Ну, в общем, в фильме он спасся, а здесь он, увы, нет. Но. Я сразу анонсирую. Мы сейчас немножко еще, ну, побегаем, пройдем там квестов. Я хорошенько постараюсь смонтировать. И в ближайшее время, как только выйдет этот ролик, может выйти через пару часов в стрим, будем стримить Fallout целую неделю. Будем утром это делать. Утром, часов 10-11, так вот. Может даже 12. Вот. Что-то я хочу попроходить его. По идее, по-моему, русская озвучка должна быть доступна полностью в компании, а DLC они постепенно добавляют. Те, кто там донатили, они дают ранний доступ и так далее. О, богомолы. Отлично. Будни, так, убивать мы будем, наверное, с 9 минут. Нет. Продолжать с этой винтовки стрелять. Наверное, от первого лица пойдем. Ууу, скорпион. Короче, скорпионы на хардкорном режиме, насколько я помню, очень лютые, потому что они жалят, и вас еще ядом травить довольно сильно снимает хп. Мне так и будет показывать. Заберем у него жало. Вообще, очень косой человек. Самый косой человек. А может лучше это? Да. Навык стрельбы, конечно, у меня. Да поняли мы. Надо вырубать эту херню. Должен быть шарик, а вот сноубол. Ну, я не знаю, что будет, если собрать все, но я знаю, куда их потом можно будет деть. Деть их можно будет в Нью-Вегасе, в стрипе, когда нам выдадут дом за заслуги. Так, где-то тут должен быть. Во! Мне нужно добраться туда. Но там внизу ходят скорпионы. И вон толпа скорпионов. И там труп. Кстати, давайте посмотрим бинокль. Там, блядь, лежит оружка.
Так. Я буду дураком, если не попробую побегать. Так, я даже не буду брать оружие. Я хочу понять. Это... Не, готово, отправляемся в путешествие. Мне кажется, там оружка лежит. Надо как-то будет скорпионов заманить. Нет, там просто труп. Я думал, скелет. Вот что они делают. Оп, он меня один раз укусил. Вы мне не достанете. Мать вашу. Тяжелые времена живем. Так, первый готов. Ох, мы одного убиваем и сразу прокачиваемся. О, неплохо. Неплохо. Грязная вода. А можно ее чищать? Интересно, заберем. Муравьиное мясо осколочное. Это все, что у тебя было, чувак? Кто там? Койот! Упс. Койота голова отлетела. Ну, локация прикольная. Как типа яма, тут построили еще. Только вот смысла в ней практически нет, там всего лишь патроны были. Окей. Может, какая-то отсылка? Я как-то попробовал измерить свое обаяние на энергетическом тестере Vitomatic. Машина вспыхнула ярким пламенем. Упс, пора мне надеть шляпу ведущего новостей. Продолжают поступать слухи о поселении супермутантов на лыжном курорте высоко в северо-западных горах. Если вы их найдете, не издевайтесь. Повторяю, не издевайтесь над супермутантами за то, что у них крыша поехала. Таковы наши новости к этому часу. Мистер Нью-Вегас прощается с вами. Шучу, конечно. Никуда я от вас не денусь. Я для этого слишком вас люблю. Нас с вами ждет Дин Мартин, и поет он о величайшем чувстве на земле. О любви. Разве любовь не удар по голове? Да, ты прав, Дин. Как ты прав. Отлично, теперь можно... Тихо. Теперь можно музыку слушать. Ой, слушай, музыку, радио слушать и слышать, что говорит диджей, потому что субтитров нету у радио. Покажи мне, что у тебя есть. Да, это как раз то, что мне нужно. Замечательно. Сейчас мы сделаем то, что путешественники называют целебным порошком. Подойди к костру и попробуй приготовить себе порцию. Так, ну давай. Целебный порошок. Да, я мало нашел ингредиентов. Да, не так уж плохо. Вот видишь, для готовки нужны только правильные ингредиенты и практические навыки. На костре ты можешь готовить, но ведь тебе может понадобиться поработать над оружием или сделать патроны. Везде действует один и тот же принцип. Тебе просто нужно найти подходящее для работы место. Обычный верстак или особый для патронов. Ну вот, кажется, я ввела тебя в курс дела. Я возвращаюсь обратно. Надеюсь, я не пропустила никакой хорошей песни. Шайен меня никогда не простила бы. Слушай, сделай мне одолжение. Труди, бармен в салоне. Она как мать для многих из нас. Поговори с ней, она любит поболтать с приезжими. Она рассердится на меня, если я не попрошу тебя заскочить поздороваться с ней. И на этом мы довольно первый взгляд заканчиваем. И уже будем дальше продолжать в стримах проходить игру. Так что всем спасибо за просмотр. Это был Fallout New Vegas с русской озвучкой. Кто ждал, то на те. Держите и пользуйтесь. Ссылочка будет в описании. А с вами, те, кто хочет посмотреть продолжение и не хочет играть сам, ну, в общем, приходите на стрим. Скоро будет много-много-много Fallout New Vegas. Всем пока!